Друзья, привет, меня зовут Юрий Шаров, вы смотрите мой видеоблог. В этом выпуске я хочу поговорить о проблеме, которой обратились мне молодые родители в городе Архангельске, а именно об отсутствии вакцины на реакцию МАНТУ для малышей. Смотрите дальше это видео. Ну и так, буквально 2 недели назад в Марьинск обратились через социальные сети молодые родители, которые мне написали о том, что в настоящее время идет кампания по набору малышей в детские сады муниципальные в городе Архангельске. И для того, чтобы стать малышам вот таким вот посетителями вот этих образовательных учреждений, для этого необходимо и справки определенно собрать, вакцины сделать и так далее, уколы, да? И что получается? Родители вместе с малышами сделали вот эти вот практически все, кроме реакции МАНТУ. Когда они приходят в поликлиники, в медучреждение, им говорят о том, что этих вакцин в городе просто нету нигде. Родители возмущенно ко мне обратились с вопросом, каким образом нам организовывать устройство своего любимого чада в детский сад, если этих вакцин нету. На одном из совещаний в областном собрании я задал вопрос министру здравоохранения Архангельской области Антону Карпунову по поводу того, как так случилось, что в таком огромном городе, как город Архангельск, такой элементарной вакцины не оказалось. На что он мне сказал, что поставка была задержана, заявка, я так понимаю, была довольно долго отправлялась и поздно отправилась, поэтому эти вакцины придут, но придут 24 июня. Когда они будут непосредственно уже в медицинских учреждениях, сказать мне сложно, потому что тут есть человеческий фактор, и они могут прийти 24-го, оказаться только в начале 24 июня, оказаться в начале июля. Поэтому я считаю, что это, конечно же, чиновничьи просто, по сути дела, недоработки, потому что такие вещи можно было, конечно же, предусматривать и заранее на опережение работать. Но вот обратил внимание чиновников, я очень надеюсь, что на будущее таких вот проблем не будет. Вовремя будут подобные вещи попадать в медучреждение для того, чтобы можно было ими воспользоваться. Напишите в комментариях внизу, что вы думаете по этому поводу, была ли у вас такая проблема. Буду рад, если вы сделаете репост этого видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. До новых встреч!